Чё, мой хороший, чё, хлебушка надо? Хлебушка вам надо, хлебушка. Сейчас выпущу кур. Да. Чё, зерна-то у вас есть? Ой, снег вам надо дать. Вместо воды снег пьют. Постилку меняли, но опять нужно менять. Ну, вроде пока суховатая. Так, влажность здесь нормальная, не сильно влажно. Обычно у них тепло. Плюсовая температура, ну. Вот у меня тут. Вот курочка, которая все зеленые яички. Все какие только можно помесь породы. Ну, это, я считаю, обычные курочки. Они быстро адаптируются. В деревне гуляют, ходят, летом уж выходят за пределы территории и возвращаются все в одно и то же время. В 5 вечера они уже у себя в сарайке. Яички-то сегодня снесли. А, вот 3 яичка у нас есть. Это очень радует. Но мало, все равно мало. Здесь нету нигде. Пока так, потому что холодно. Обшили курятник, утеплили, поэтому нынче у них зима, довольно комфортное помещение. Надо. Сейчас я тебе принесу зерна, покормлю тебя. Воды теплой дам. А пока погуляйте немножечко. Сейчас все приготовлю, всем раздам, всех накормлю.